Богатства земных недр присваивались золотопромышленниками. Для рабочих золотые прииски были тюрьмой и каторгой. Не раз ленские горняки пытались бороться за свои права. В 1912 году на приисках вспыхнула всеобщая забастовка. Сатрапы царя и их наймиты учинили кровавую расправу над мирно шедшими по этой дороге рабочими. Человек было убито, 270 ранено. Ленские выстрелы, писал товарищ Сталин, разбили лед молчания, и тронулась река народного движения. Тронулась! Советской власти ленские прииски превращены в передовой район индустрии Восточной Сибири. Лена – основной поставщик золота для казны социалистического государства. Кипучим творческим трудом охвачены прииски в первом году послевоенной сталинской пятилетки. Ленские горняки первыми в Иркутской области подняли знамя социалистического соревнования в честь Великого Октября, в честь столетия приисков. Бодайбо – центр богатейшего золотопромышленного района. Управляющий трестом Лензолота, товарищ Чугуев, принимает очередные рапорты с отдаленных приисков. Рапортует директор Ленинского приискового управления товарищ Парфенов. Он сообщает, благодаря соревнованию план истекшего дня перевыполнен. По-прежнему впереди других старательский артель «Шахтер». Стаханович Сухарев – лучший бурильщик артели. Во главе одной из передовых молодежных бригад – бывший фронтовик, орденоносец товарищ Иванов. Деловому руководит артелью старый шахтер Павел Дмитриевич Мелехин. Сейчас в его артели более 700 человек. В честь октября и столетия Лены старатели-шахтеры добились небывалых успехов. За 10 месяцев они перевыполнили годовой план золотодобычи в 15 раз. Управляющему трестом докладывает директор Нижнебодайбинского приискового управления товарищ Скуратов. Он говорит, несмотря на резкое похолодание и падение уровня воды в ключах, хорошо работают мониторы Успенской гидравлики. Суточное задание по золотодобыче управлением приисков выполнено на 160%, гидравликой на 170%. Спокоен и уверен в своем деле бригадир мониторщиков товарищ Трофимов.
Самый крепкий грунт рушится под мощной струей воды. Золотоносный песок устремляется в шлюзы. Щедро оплачен стахановский труд приискателей. О новых успехах коллектива «Драги номер 61» рапортует ее начальник Геннадий Зинович Тетерин. Работают механизмы горного корабля. Эти ковши поднимают золотоносный грунт с глубины в 20 метров. В коллективе «Драги» нет невыполняющих норм. Смену ведет один из лучших драгеров, товарищ Смольников. Технический руководитель драги товарищ Попов. Он пришел на производство из конструкторского бюро. Свой опыт и знания товарищ Попов бескорыстно отдает для общего дела. Ценнейший металл готов для отправки в государственный банк. Управляющий удовлетворен сообщением. Драга выполнила годовой план. Управляющий трестом товарищ Чугуев выступил с докладом об успехах золотоприискателей. Сотни тонн золота добыты из недр Ленской земли за столетие. Больше того в запасе. Размах юбилейного соревнования был велик. План золотодобычи 1946 года трестом выполнен 30 ноября. В октябре здесь не было ни одного предприятия, не выполнившего своей программы. Славных шахтеров Лены приветствовал председатель Иркутского областного совета депутатов трудящихся товарищ Иванов. Передовикам-стахановцам на слете были вручены медали за доблестный труд. Товарищ Куршалов, полвека он проработал на приисках. Первая медаль вручается этому знатному горняку. Медалями награждаются 70 человек. Слет обратился с юбилейным посланием к товарищу Сталину. С
Стахановцы призвали всех трудящихся Бодайбинского района еще лучше работать во втором году послевоенного пятилетия, дать больше золота для советского государства.